Анонс и точная дата выхода шестой серии турецкого сериала «Пыльный воротник». Шестая серия сериала выйдет в эфир 8 августа. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Али пришел к Усману, и они стали просматривать последние видео, снятые Вефой на яхте. Там он заметил нечто странное и попросил Усмана хорошо спрятать флеш-карту. Жемре пытается выяснить у Али, где Берг, но он продолжает утверждать, что не замешан в этом деле. Али посоветовал Жемре позвонить Хазал. Она, возможно, и знает. Жемре сказал Али, что Берг не может быть убийцей, так как она знает его немного лучше самой себя. Если он хочет найти виновных, то должен взять их вместе. Ведь они все виноваты в том, что произошло в ту злополучную ночь. Чагры нашел Берка и стал его развязывать, а также поинтересовался, действительно ли это он писал сообщение. Но Берк ответил, что он был здесь все это время связанным. Затем Чагры стал говорить, что когда все считали Вефу мертвым, он был живым. Получается, если Чагры его не убил, то Берк столкнул парня вниз еще живым. Берк признался в том, что это он действительно столкнул Вефу, и все это записывалось на камеру. Вефа не заслуживал того, что ему пришлось пережить. Но это заслужил Берг. Джемре встретилась с Хазал и спросила в последний раз, он ей изменяет или нет. Она не стала ничего скрывать и подтвердила это. Али был арестован, и Дарья не может поверить в то, что он способен был совершить такое преступление. Она сказала Кинану, что это обычный ребенок, и он не убийца. Но Кинан ответил, что сейчас Али считается самым ярым подозреваемым. Напомним, шестая серия сериала выйдет в эфир 8 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.